Что, добро пожаловать в мой рай. Чизкейки я обожаю особенно любовью. Это чизкейк по новому рецепту. Он платный, я его купила. Здесь основа не из печенья, основа делается самостоятельно. Нет водяной бани, делается он без миксера. И, боже, какой он мягкий. О, да. О, боже мой. В общем, это настоящий классический американский чизкейк. Сразу скажу, на что похож. На самом деле похож на все те замороженные вещи, которые импортные продаются. Не на наши. У нас в кондитерских любят добавлять туда творог, кучу сливок, кучу яиц, и он уже, знаете, напоминает какое-то суфле. Это не то. В нем должен быть очень яркий вкус творожного сыра. Это не капельки, не суфле. Смотрите, он прям кремовый вообще. Кстати, не очень сладкий, но при этом сладкая основа. И все вместе это так круто комбинируется вот с этой сладкой основой. Это просто восторг. Кому нужен рецепт, скорее пишите в комментариях, кто хочет рецепт. Буду думать, делиться с вами этим рецептом или не делиться. Боже.